Сегодня необычный концерт, сегодня новогодний концерт, и поэтому он полон сюрпризов. И сейчас, впервые на этой сцене, я хочу, чтобы вы поприветствовали группу «Время и стекло». Добрый вечер. Здравствуй, Наденька. Надежда Доротеева, или просто Наденька. Я прошу прощения. А где позитив? Я, если честно, не знаю. Эх, ладно! Где-то пропал. Если такое дело, позитивом буду я. Олеженька, да, давай не будем, потому что, ну, посмотри на себя, ты не похож. Егор, ну вообще, а кто на него смотрит? Ну да, тут как бы согласен, но, ну подожди, ну ты абсолютно не умеешь танцевать. Я не умею танцевать? Да? Да, я не умею танцевать. Но вообще-то я хотел на место Дантеса. Ее мужа. Иди, извини. Если что, я за кулисами. Иди давай. Смотри, Наденька, ну. Я уже с утра позитив. Понятно. А когда отпустит, будешь негатив. Да не, ну то аж утром следующим. Вот так вот. Саша, позитивом нужно быть всегда. Это не просто имя, это призвание. Не, ну я столько не выпил. Не, хотя, можно попробовать. Тебе что-то взять, я в магазин. Саша, иди. Понял? Пожалуйста, Анька. Сейчас мы найдем. Найдите, пожалуйста, позитива. Есть позитив, есть. Господи. Я позитив. Женя, ну перестань. Ну что ты? Ну сразу же видно, что ты не подходишь. Что? Я единственный из вас петь умею. Да. Ну давай вот эту, ну, самую такую известную твою. Давай, наверное, сами. Потому что все это мои. Чувства. Класс. Чувства. Жень, класс, но ты только не чисти. Хорошо? А чё? Я вообще не понимаю, зачем тебе это все? Ну просто Надежда. Имя любимая моя. Надежда, имя любимая моя. Моя Надежда, Надежда, имя любимая моя. Евгений, а что, Лида, имя Лида тебе разонравилось, что ли? А чего вдруг Лида? Что? Ну это жена твоя. А, да! Женя, да. Ты свободен! Я с Марыги! Егор, я уже готова. Расстегни. Яна, перестань раздеваться. Что ты делаешь? Что? Ну, если я перестану раздеваться, как я кастинг пройду? Я же так в дизель-шоу попала. А что, в дизель-шоу был кастинг? Ну, Саша говорил. Я тебе объясню, что здесь происходит. Мы ищем солиста группы «Время и стекло», понимаешь? Хорошо, тогда буду я. Что ты? Кем ты будешь? Дорофеевой. Яна, у нас уже есть одна. Привет! Привет! А давай мы будем вместе, а? Ну, в принципе, у меня во сне это так и было. Слышь, Надь, а давай мы с тобой это как... Ну, как с Каменских. А? Ну, давай, ну что, первый раз, что ли? Что, прям тут, что ли? Ну, давай, закрой глазки вот так. Ну, иди сюда. Спасибо, Яна. Блин, Егор, я уже одной губой была в шоу-бизнесе. Так, это, никого искать не надо. Я уже здесь, я позитив. Ну вот это, наверное, потому что, вопрос. Наверное, потому что. Вопрос. Что-то в тебе позитив изменилось. По-моему, в тебе Вика прическу поменяла. Ну как ты догадался, блин?
Господи, ну, прости, Наденька, пожалуйста, ну... Позитивом буду я. Начинается. Я и похож чуть-чуть. Да где ж ты похож? Ну пускай, ладно, похож, но ты же петь не умеешь абсолютно. Да? А он что, умеет, что ли? Ну, тут тоже правильно. Ну, а танцевать? Че? Там как там, да... 505, 505, 607, 508. Опа! Господи! Опа! Ну, допустим, это ты можешь. А как насчет акробатических этюдов? Рандат, фляг, сальто? Не могу я это. А что, позитив можешь, что ли? Неважно, иди отсюда. Наденька, ты прости, пожалуйста. Да. Ну, что ты сделаешь? Эксцентричные особы творческие. Я считаю, что не нужно его искать вообще. Мне кажется, что я бы был неплохим позитивом, в принципе. Вот смотри, я умею и танцевать. Я это называю волной позитива. Еще я могу делать наплыв позитива. Он в данный момент идет, но этого не видно. Так что, ну, ты согласна, чтобы я был твоим позитивом? Прости, но мне нужен мой позитив. Именно твой? Да. Господи! Держи своего позитива, слабак. Марина, ты хочешь сказать, что все это время он был у тебя? Какая теперь разница? Но говорят, певец он хороший. Дамы и господа, группа «Время и стекло»!